culture. Мне вот интересно, The Gates of Argonaut. А, это аргонавты. Мне интересно, да раз это лишь он будет на фоне там у нас. Да, по как и ходу Минас дела. Тирит. Давай, Точно? показывай мне карту, точно. Это раз, да? Пусть будет это Да, раз. пусть будет Эдарас. Раз, два, не пидорас. Так, ну что? Не надо Давай. память Значит, Рохана Мордор. таким Мордор. неправильным словом оскорблять. Так, по миллиону, да? Раз, два, по миллиону. Блин, неужели я и в этот раз продую? Блин, это уже будет, конечно, смешно. Вполне возможно, причем даже легко. Так, Единственный миллион твой есть у вариант тебя? это набрать все катапульты. Нет у меня миллиона. Почему нету? Есть миллион? Вот теперь есть миллион. Хорошо, так. А, Начинаем слушай. наши закупки. Да, ты мне подсказал, ну спасибо. Так, хорошо, значит, что мы делаем? Ну, одного властика. Это все херня. Властика. Ластика одного. Властика. Пластика, блин. Тебе ничего уже не поможет, ты понимаешь, а? Салага. Почему? Йо. Мне все как раз окейчик. Что у тебя там окейчик? У тебя в Денчик, все голове окейчик. беспокойчик, а не окейчик. Так, Все это в там прошлый раз оказалось продумано и хорошей придумано. штукой. Кстати, играя за Гондор, особо можно не беспокоиться. Разным. Почему? Как Чем? говорится, не перейматися різними, різноманітними. Чем не беспокоиться? Что тебе там устраивает? Устраивает то, что есть воины, у которых, во-первых, зафиксирована мораль, во-вторых, крайне высокие статы, неплохая скорость передвижения и то, что Да. они ногибают. Ты так считаешь? Так, а я вот думаю, как так сделать тут. Так, так, так. А может действительно так сделать? Так, да, наверное, я так и сделаю. Как ты там собираешься сделать? Непонятно. Да просто ты мне подлянки делаешь постоянно. Пришло время и тебе подляночку подзаделать. По Заколебал. количеству потраченного тобой баблоса я могу судить о том, какую ты там собираешься подляну делать. Ну я властелинов точно не выставлю на все деньги, потому что их только 5 отрядов выйдет или 6. Так что за это можешь не переживать точно. Ты же знаешь, что если ты их выставишь на все деньги, то ты слил. В смысле, то я слил. Ну понятно, потому что они ничего не делают, никакого ущерба от них не это самое, не предвидится. Они бестолковые дебилики. Так, ну что? Что еще? Может что-то тут переделать? Что-то мне может не нравиться. Блин, назгулы, конечно, вот эти вот, они такие интересные ребята. Так, 34. Хитпоинт 8. А что значит вообще хитпоинт? Вот мне интересно. Жизнь. Количество жизни. Количество жизней. 8 хитпоинтов означает, что каждого персонажа нужно 8 раз убить, грубо говоря, на поле боя, чтобы он умер окончательно. Я понял. Так. Вот интересно, слушай. Может быть действительно? Или нет? Я вот уже не знаю прямо, что тут сделать и как так лучше поступить. А может сделать. Даже не знаю, ё-моё. Не Может не знаешь. стоит мне так делать? Так. 36, чардж, ага. Чардж. Блин. Я, например, готов. От них без толку просто, вот в чем проблемка. Ну давай, ладно, пускай так будет. Так, ну что, да, вот так, а почему бы и нет? Пускай так и будет. Ну а что, что мне терять в самом деле, правильно? Нечего терять. Действительно. Это тебе Согласен. нужно придумывать стратегию войны с Гондором, Поехали. а не Гондору придумывать стратегию войны с Мордором. С Мордором Эх, все да. ясно. Да просто мне 3 раза подряд у тебя надо выиграть, иначе потом опять мы вернемся к статусу, к такому, что мне надо будет. Я в 3 раза меньше тебя победил, а это вообще такие позоры.
Лембас вернет тебя к жизни. У меня такое показывается. У тебя такое же? Орк как к жизни, Лембас? Да орк Ну, не скорее орк. подавится Лембасом, чем он вернет его к жизни. О, ё-моё, тут леса какие-то. Шикарно. Блин, а ты на холме, сволочь! Так нечестно! Причем на таком характерном холмище. Это орки про честность говорят. В смысле? Ну да. Про что еще говорить, блин? Ты собака. Ладно, тебе не переживай ты так. Так, а что мне переживать? Тут и так все ясно. Так, два. Так. Три. Так, хорошо. Значит, ну я не знаю, как оно так. Так-то так. Все, короче. Вот так-то оно и будет так. Я начал. Ты начал уже, все. Я попал, да, я начал. Давай. Давай, братишка. Рублик с тебя, ё-моё. Ну, погодь, раз ты начал. А, ты пытаешься опять выставить свою какую-то защитку интересную, я понял. Ну, давай, выставляй. Так, что там у тебя? Ой-ой-ой, а что за позор у тебя? Никакого позора. Братишка. Что за позоры у тебя, а? Ух ты, ё-моё! Алакхай и твои страны опасные. Да, я ошибся капитально, конечно. Ну да ладно. Ого. Так, хорошо. Чё вы замерли, ребята? Катапульте Почему атакует. Опасные. Так. Хорошо. Так. Что это твои опасные творят? Опасные, да. Ну, а ты говорил, что они не опасны. Они как раз против твоей кавалерии заточены. Не знаю, никогда. Сволочь. Так, хорошо, значит, подправим это. Никогда этой гадостью не воевал. Хорошо. Так, окей. Окей, значит, и вот так еще можно. А, кстати, ну и давайте вот так, почему бы и нет. Хорошо, так, поехали. Давайте. Блин, ого, как ты уничтожаешь моих. А почему так союзников много моих убито сразу? Да ладно, у тебя численное преимущество. Как это численное? Ты какое численное преимущество? Ты чё? Куда вы побежали, дебилики? Ты просто своих паучков потерял. Да, я паучков потерял капитально. Ого, у тебя еще и кавалерия сохранилась. Ладно. Так, пошло дело, дело идет, хорошо. Блин, нехорошо дело идет. Дело кроваво очень идет. Месиво. Да, конкретное месиво, но ты, блин, начинаешь меня одолевать, собака. Я начинаю одолевать? Я что-то по своей шкале вижу, что это ты меня одолеваешь. Да ладно, не рассказывай сказки. Так, а где мой вообще черный эластилин? Его попробуй найди еще тут на карте. Ты еще и чарджить собрался, сволочь. Ничего. Так, ого, так, мои пошли, начали нести потери. Не надо нести потери. Не отпускайте их, ну давайте, давите. По количеству, говоришь, у меня преимущество. Ты что, прикалываешься? Да. По количеству преимущества. Блин, мне эти твои показывают, дисмаунты... что ты...
Это твои Dismounted Knights. Они меня, конечно, достают капитальненько. Ну давайте, режьте этих тварей. Ну сколько можно? Чё вы медлите? Блин, начинаются такие потери уже плохие у меня. Блин, это чё такое? Noble Death? У меня Властелина убили! Да, чё, разве страшно? Страшно, страшно. Конечно, страшно. Ты чё, прикалываешься? Так, ну вы деретесь или нет вообще? Пока что ты догоняешь меня. Да, ага, догоняю. 57 на 59, что ты хочешь? Это просто пассивная битва, у тебя еще запасы есть. Ах ты сволочь, у тебя еще там нифига себе. Ё-моё. Так, а где ж твой генерал? Попробуй тут распознай эту тварь. Так, хорошо. Ты решил одними олокхаями... добиться дожраться. Победы хоть какой-то, блин. Ну, серьезно, я хочу тебе сказать. Да что тут серьезно? Ничего тут серьезного нету. Ты продолжаешь меня ногибать. Тем более, блин, я так тупо потерял своего властика. Надо было его использовать как чардж-отряд. 69 на 69, ты выровнял. Сволочь. Интересно, а если я на защиту своих поставлю, они будут лучше сражаться или хуже? Они будут сражаться так хуже, но может они выстоят дольше. Ой-ой-ой-ой, как сразу ты выровнял. Нифига себе на свою сторону. Ах ты тварь, это за счет чего, интересно, так получилось? Блин. Так, а у тебя все задействованы, у меня тоже все задействованы. Не все у тебя задействованы. Все задействованы, все воюют. А, да, есть такое дело. Так, ну мне кажется, все-таки ты меня одолеешь. Какое-то такое взаимное истребление происходит. Полное, тотальное истребление причем. Тотальное причем, да. Но все равно, твоих как-то больше. Тут, понимаешь, тут зависит от того, где скопление сил больше и на чьей стороне у кого. В какой момент. Хотя такая неоднозначная битва. 79 на 82. Вот это я ошибся. Да, слушай, да, вот это я ошибся, надо было не убирать их. Твои начали выравнивать, все, твои выигрывают. Ты не используешь один момент, но я не буду говорить какой. Я знаю, чардж. Да, но троллей. Он не работает, чардж. Работает. Ты отводишь отряды троллей и бьешь отрядами троллей, как кавалерии. И в пехоте, так... и в этих самых, ты ж доп урон учитывая от чарджа. Так в том-то и дело, что они не могут продавить ряд, понимаешь? Я их когда отвожу, они слабее атакуют еще. Тут нету чарджа. Понимаешь, по какой причине? Ты не понял. Сама идея, когда вот играет вот эта боевая музыка, и они бегут, подняв свои булавы вверх, им прибавляется к урону назначенное число в статах. То есть плюс... Да это я знаю. Так как вот ты мне предлагаешь это самое? Когда я отвожу, начинаю их отводить, понимаешь? Они умирают сразу же под твоими копьями. Вот в чем дело. Ну, понимаешь, в чем прикол? Да, в этом есть... Ну, все, я попробовал так, и видишь, все, оно, все, ты выиграл. 94 на 82, да, жестокая битва. Поэтому надо завязывать пехотой, а троллями просто бегать и вносить... Так троллей не хватит, понимаешь, выдавить твоих этих кнайтс. Они все-таки, ну, действительно, ребята очень суровые. Ну, смотря на это, можно сделать какой вывод? Что тролли это грозное оружие, которое пугает, но не убивает. Да, стрелы их нифига не берут, твоих ребят, вот эти Dismounted Knights. Ну что ж, слава Гондору. Что тут еще сказать? Однозначно. Вы слышите? Эти предательские речи черного властелина, слава Гондору. Не, ну так а что? Ну так еще будет раз. Че ты переживаешь? Я тебя в следующий раз сломаю, не переживай. Просто я тут очень тупо поступил, что сразу поставил вот эти вот свои, они фактически не задействованы были. Катапульты баллисты. Я что-то думал, что ты их
подальше своих поставишь, а нет, получилось в этот раз совсем по-другому. Атака и только атака. Пехотными войсками ничего не остается, кроме как атаковать. Ну а чё, ты тогда стоял трибушетами и поливал меня. Ну да, ты понял, трибушеты, ты ж помнишь. Была. Я думал, ты вообще раз, два, три, четыре, ты мало катапульт взял. Если бы ты взял 6 или 7, я бы взял трибушетов. Это была бы фатальная ошибка, трибушеты с моей стороны. Нет, так без толку, понимаешь. Надо было дальше их ставить, и тогда был бы шанс. А так никакого шанса у меня не было сразу же. Хе-хе-хе-хе. Интересная статистика. Чтобы люди смотрели и видели, что на самом деле тот, кто создавал Гондор, вернее Мордор в Third Age Total War, ненавидел темные силы. Не, ну почему? Юниты тоже хорошие. Просто, блин, действительно, вот подобрать ключ к твоим ребятам. Ну, мы можем сейчас сразу же попробовать, в принципе, второй раз, вот, уже с другим раскладом, да? Я не знаю, какой ты выставишь. Давай сначала развлекательную битву, я хочу поиграть или Руном, или Харадом. Ну, хорошо, давай. Я хочу, чтобы ты еще раз проиграл, чтобы у тебя вообще долг да, ну по проигрышу был нереально велик. Я все-таки утверждаю, что тут проигрывает Мордор чисто из-за того, что у тебя слишком войска сильные, слишком у них бонусы против зла серьезные. Не, ну обрати внимание, 165 человек ты выставил до поля боя, и твои 165 просто перекрошили 1013 моих. Так, блин, 165, ты понимаешь, что это Шалакхай, это же не просто так. Ну, выращивались какие-то уроды, ублюдки в пещерах. Тролли Алакхай, смотри, то есть пауки правильно, они кавалерию хорошо кромсают. То есть покромсали правильно твои Dismounted Knights, хорошо, это правильно. Это моя фатальная ошибка, что я кавалерию против паучков выставил. Причем пауки очень быстро бегают. Жесть, молодцы паучки. Да, но только, блин, все равно не хватило силы. Шалобливые твари. Опять же, разгона не хватило. Но ошибка, я же говорю, я бы выиграл, если бы поставил дальше, если бы у меня был разгон. Может быть, надо насчет было ошибок нам в комментариях напишут, так что давай не будем это обсуждать. Да. Ну ладно, короче, неважно. Да, давай уже в следующий раз, короче, перейдем к следующей. Сейчас я отключаю стриминг и перейдем. Остановить трансляцию.